среду в арт-галерее «Ника» открылась выставка живописных работ черноморских и одесских художников под названием «Морские мотивы». Яхты у причала, чайки, парящие над морской гладью, чарующие закаты – это то, что написали художники в ходе шестидневного пленэра, который проходил в конце августа в Черноморске. Инициатором этого проекта была я и спонсоры, которые захотели иметь картины нашего города, виды нашего города. Мы вложили усилия и пригласили художников с Одессы университета имени Ушинского. Было четверо художников, и наши два художника, откликнулись которые на нашу просьбу поучаствовать и написать картины. Также присоединились художники, которые живут в нашем городе, неравнодушные к природе, которые любят творить. Преподаватель художественно-графического факультета Южноукраинского педагогического университета Иван Урос за время пленэра написал две работы. Одним из пожеланий художника, которое прозвучало на встрече, было проведение подобных пленэров сроком не менее чем 2 недели. Для того, чтобы писать, нужно познакомиться, найти места. Их художник всегда работает над композицией. Он увидел, он ее обдумывает, как ее изобразить, а как то. Ищет состояние, погода, чтобы выразить какие-то чувства в этой работе. Поэтому вот я конкретно сказал, что это маловато, потому что день-два ты только расписываешься, а потом в конце уже там последний день завершающий собираться нужно, уже день сбора. Так выпадает, что остается всего 3 дня таких, больше, более-менее рабочих. Вот. Ну, все равно это очень приятно. В заключении выставки всем участникам пленэра были вручены дипломы-каталоги с памятными фотографиями и изображением картин, которые стали результатом работы художников. Все желающие могут посетить арт-галерею «Ника» ежедневно с 11 до 18 часов, кроме воскресенья и понедельника, и насладиться морскими пейзажами Черноморска.